Всех приветствую, друзья. Я вообще не мог поверить, что такое качество бывает картинки. Это Canon G7X Mark II. Качество. Я не думал, что у меня когда-то в жизни появится такое качество. Я не спал сутки. Я пошел на почту, я не смог забрать без паспорта эту камеру. Получается, у меня деньги есть, без паспорта нельзя. Сканер нужен, а он сертификацию пройти, чтобы меня как бы внесли в базу. Все, и сейчас я хочу подстригаться. Давайте я вам покажу сейчас прическа, какая у меня. У меня получается вот такая прическа. И мне не нравится, что волосы уже слишком длинные. Я хочу их укоротить. Это спустя 1 месяц прическа. Но она такая нормальная, эта прическа, потому что с этой прической можно ходить на деловые встречи. В общем, прическа на любой образ жизни, дипломатка. Но хочу, чтобы были короткие волосы, чтобы потом это все выровнять. Потому что у меня с одной стороны тут больше срезано, с другой стороны меньше срезано. И я хочу более уравнять все. Я безумно рад, что у меня появилась камера новая. Не вот такая огромная, 500 грамм. Вот такая маленькая, 300 грамм, которую можно брать с собой и снимать очень легко. Машинку я уже принес. Провод тоже подключен к ней. Тогда я подстригался, получается, вот, на 21 деление. Надеюсь, будет видно. А сейчас я хочу подстричься, ну, где-то на 15. Вот, это еще вот так видно вам. Вот. Сколько делений можно вот так взять, но я хочу все-таки на 15. Да, вот такая длина волос. Была вот такая, 21, а станет вот 15. Посмотрим, как фокусирует камера. Фокусирую, да. Теперь на меня. Все отлично. Свет обычный, как бы, от лампы. Потому что солнце светит очень ярко. Сейчас подключаем машинку и начинаем подстригаться. Только распутаем этот узел и начнем. На 15 я готов. Хочу, чтобы длина была вот как тут. За 1 месяц отросло у меня. Вот такая у меня стрижка. За 1 месяц отросло по бокам. Вот, сзади. Но, чтобы это все ровно, хочу снять, чтобы все-таки, как бы, контур лица был поинтересней. Безумное качество. Не думал. Еще камера так высветляет тебя. Мне больше всего нравится высветление, что я еще белее, чем в жизни становлюсь. Поехали. Момент. Момент. 15, 13, 15. Да, вот все, 15 стоит. Все, поехали. Из-за зрения не вижу эффекта. Ну потому что челка уже бесит.
И сзади тоже волосы. Получается, более мелкий не берет, а более длинный берет. Тесто, скажу, эффекта вообще ноль. Ну, вроде что-то есть, а вроде и нет. Особенно волосы на макушке. Столько их. Так, я ничего не вижу, у меня зрение 0,1. Я примерно со второй парты ничего не вижу. Вот как доску. Я вижу только с первой парты. Так, одеваем очки и смотрим. Так, а сзади? Ну, чувствую, челки уже нет. Да, пятнашка. Под 15. 15 миллиметров. Это 1,5 сантиметра. Полтора. Тогда под 2 сантиметра стрися. Сейчас под полтора. Сзади вообще не берет. Он даже не хватает там.
Это еще короткая, да. Как-то оно сильно скубет челку, но... Да, там есть волосы, там нет. Ёжика подстриг себе. Ну вот, допустим, видим мы сейчас. Вот видим мы челку, да? Вот смотрите. Ну да, все-таки она неравномерная. Или машинка там не может взять. Ну вот, смотрите. Получается с одного. Хотя я причесывал направо. Может сейчас вычесать и... Так вроде и ничего. Но ножницами полностью не хочу ее, получается, срезать. А так я вот мог причесаться и... Ну, стрижка под ежика называется, в общем. Вот так хотел, чтобы, получается, под одну длину перехода не было. Хотя сзади вот переход. Волосы. Да, как будто кусок есть. А ну, давайте сейчас. Да, мы можем же камерой теперь. Так, зум нам не надо. Ну да, кажется, что вот чуть больше волос сзади, спереди чуть... Да, вот видно переход, но небольшой он. Небольшой и приятный. Вообще у меня все лицо в волосах на данный момент. Так, давайте посмотрим с этой стороны. Ну, в общем, стрижка под ежика получилась. Сзади длиннее. Вверху